куда мы лезем, боже? Это повик! Придурок! Hello, man! My name is Gentleman, дорогие друзья! Я решил переехать в Москву. И сегодня я покажу рум-тур своей новой квартиры, друзья. Покажу свои девайсы, ребят. Чё это за говно? Чип. Что это такое? Подождите. Ребята, вы приехали? Где наши деньги? Какие деньги, ребят? Подожди, почему вас трое вообще? А где Сережа вообще? Где мои призовые? Чего? Я через балкон залез. Сегодня мы зайдем в матчмейкинг. Сыграем, получается, одну карточку в ММ. И каждый раунд мы будем меняться по кругу айпадами. И кто сыграет хуже всех, тот выполняет наказание. А если мы проиграем катку в ММ, то наказание будут выполнять уже все. А наказание будет очень жесткое, дорогие друзья. Досматривайте ролик до конца, ставьте лайки, друзья. Ролик вышел очень интересным, вайповым, классным, офигенным. Команда Сэнс на связи, и мы идем отправляться в каточку. Мы сломали шапочку. Друзья, мы уже запустили нашу каточку в ММ. Так, коммуникации, ребят. Контроль мапы на прорыв. 25, 24, 25. Давайте, это единственный раунд, который мы можем выиграть, как будто. Блядь, блядь. 99, блин, туннель. Кстати. Двойка, минус 25. Двух дайте. Удобно. Так, ну дал один килл Сережа только. Сзади стоят наши рефери, которые будут считать, сколько мы даем киллов. Тём, я сидел клатч, покупаешь мне КТС? Давай. Теперь звук. Пожалуйста, звук. Какой звук? Ты без наушников играешь. Там один идет. Капелла. Меняемся айпадами. Самир мне теперь дает. Я Диме. Ты мне. Поменялись вот эти. Нет, Никита. Это... Отдай нет. Самиру. Все. А где магазин? Ты можешь. Где магазин? В этом и прикол, мы на разных консигах. Какие вы чейпад? Топ меньше всех киллов даст, тот и проигрывает. И выполняет наказание. Как он? Чел пьет. Он киберспортсмен? Да ладно. Ты взорвал. О! Убил. Двойка. У меня два. Ноль. Двойка. За двойку. Не стреляется. У меня прыгается, блядь. Парня, мы можем походу не стараться. Мы все в наказание выйдем. Я на айпаде Сережа. А где прыжок? А, вот. Ищи. Блин, у тебя призыв на удержание. Лонг пикает. У Сережи, да. У Димы тоже. Меня просто шотает. Бобик упорит. О, нафиг. На 76. Это чего ты айпады так? Чего? Минус 3. Это мой айпад. Как прыгать? Как оружие поменять? Как прыгнуть? Это труп. Так, ну я еще не открыл. Я минус 3 дал. Кстати, еще в чем прикол? У меня-то 13 дюймов, а у парней у всех 11. Это чей кур? Мне вообще неудобно. У меня пачка, а как ее скинуть? Он меня через стену убил. Я прыгнул, мне то, что стреляет. Что за спорт? Джен, давай, сделай раунд нам. Джен, ты куда? Почему вы с моего конфига ни одного килла не дали? В яму. Яма! Меня с медатора. Я еще даже не слышу. Что за флик? Ай-яй-яй-яй-яй. Все, меняемся. Хочешь наказать училку? На джиджишке это возможно. На пакости математички поднимайся в списке двоечников. Или помоги и возвышайся в списке отличников. Призы достанутся и тем, и другим, но на этот раз победители получат в разы больше голды. Ведь чем выше вы в топе, тем круче приз. А чтобы залутать энергию, открывай новые школьные кейсы. Один из них доступен тебе уже бесплатно по моему промокоду. Также забирай этот код на обновленный барабан-пулемет и лутай топовые призы. Залетай в обновленное окно приложений, выбирай любую удобную страну и сразу увидишь все бонусы и удобные способы оплаты для твоего региона. Получай газировку за каждое зачисление и трудовик превратит стеклатуру в топовые скинчики. А за домашку отныне можно будет лутать колду. После GG тебе будет чем похвастаться в школе, а я, пожалуй, пошел собирать свой портфель. Время-то уже видели? Ах да.
Возвращаемся к ролику. Все, ребят, пятый раунд. Вот пилом раунд нормальный. Все, давайте выиграем. Да. Почему вы с моего конфига 0 пилов? Давайте с моликом. Скинь мне молик. Джент, это кто? Джент, это я, мы на твоих айпадах. Я лук про Джей. Глухай двойку. Давай. Взорвали двойку. Он единица. Так, блин, я его хотел убить. Насрать. Да надо пачка бежит. Насрать, я за килами. Дурак. Мне килы нужны. Да Тёма. Ничего, я сделаю килы. 82. Нет, меня добавили. 82. Да иди поставь. Мало, ты минут 3, блядь, я умер. А почему у тебя нет экономики, Сэм? Как ты играешь? Потому что вы умираете с моего айпада. Где, блядь? Я мид просто... О, слева сидит спасибо. Если дам кинг, я бафну. Но... Там! Ну он каждый раунд стоит здесь с дробовиком, я не могу его убить! Почему с моего аккаунта? Потому что говно пусть. Нет, я не смог присесть. Удержание странное. Кто у тебя там стоит, Дима? Где тоже? Дима, фига у тебя калач. Что? Пацаны, мы сейчас бегаем. Подождите, давайте сейчас поменяемся вот так. Ладно, ребят, я думаю, пришло время сказать на такой ноте наказание. Кто сделает меньше всех прагов, а идет подсчет, будет делать депиляцию ног. Депиляция ног, дорогие друзья, поэтому я вам не советую сейчас видеть, заниматься какой-то фигней. Почему? Мой аккаунт. Чего? Но если, ребят, мы все проиграем, то... Да, это мой аккаунт! Депиляцию! Почему ты не чекаешь, Джен? Что за капитан? Дефолт не чекает. Еще и Сережа, вот вы прошли же самые ошибки. Пиктель один был. Не надо плашек. Вот меня убьет, конечно. Что за говно? Давайте тогда все проиграем. О, Джен! Ой, как? Ну, это когда я видел Ризен, блядь. Да! Да что? Всё, меняемся. Нафиг! О, у меня Артёма теперь. Подождите, рефери, сколько у нас вообще результат? Скажите, кому бороться? Можно сказать, у кого меньше всего? Давай, да. Давай. Как вы думаете? Он быстрее! У Джента меньше. Всё! Я делаю килы. Не надо. Убил! Балдвалон! Убил! Снидл в Джента. Убил! Тихо, надо выигрывать. Никита, фулл фокус. Где он? Не знаю. Погреб вроде убежал один. Будка и да, да, будка. И слева нет. Нет. Сзади. Пожалуйста. Проиграй. Нет, выиграй. Нет. Нет. Давайте сейчас после этого раунда против часовой будем меняться. Давай. Тише. Най. Еще один. Тихо. Бил. Не тянется, Самир, это минус 7. Один кит. Нет! Я уже два дал. Один. Без башки, не все. Мид убил. Мне все плохо. А где? Мид был. Буховый пройду. Нет, только... А! Сережа, давай у нас по 5 киллов с тобой. Тихо. Проиграем игру и все. Вроде топнул где-то все это у Сережи. Да как? Хорошо! У Димы вообще офигенный тоже конфиг. Вот у Никиты... Да пацаны, мы проигрываем! Какая разница, если все будут выполнять наказание? Я убил мид! Ты меня разменяли сразу. Меня патроны запасли. Джан хороший, ты мусор просто. Тихо. Проиграй Диму клатч. По приколу. А я бегу вам. 10 секунд. Ой-ой-ой. О, я на айпаде Никиты сейчас. Я на айпаде Димы. Эко! Нет! Это правильно! Нет! Я ни одного не убил! Мне кто ставит туда! Он меня препает просто, минус 0. Он проход будет. Проход будет. Смог, дай? Это хаешка. Придурок! Да пацаны, не фитьте! Всё, окей, 4 тебе, давайте. Вы эко не можете принять. Фул фокус, всё, играем дефолт. 2 сайт, 2 б. Что за конфиг? Да не пикай ты, придурок. Мы сейчас проиграем, ребят. Финал мажора, это провинция. Давайте камбэк. Ну то налечись. Убил! Мид. Сереж, у тебя чай пад? Он славит их. 1-4. Все. Или. Да, делаем все. Да взрывайся. Изнасилован. Не, он не возьмет. Это джентльмен. Да, давай. Выйди просто с игры.
44, член, ебаный хват! На, Сережа, это дерьмо! Чё ты мне дал, блядь? Верни мне, Никита! Блин, ну, по итогам, конфиг мой и Серёжин, походу, самый лучший. С них больше всего мы набили прагов. А кто больше всего прагов? Так, подождите, Самир, кто меньше всего киллов набил? Сид на последнем месте. Серёжа меньше всего киллов набил. Да, да, Артём, джентльмен. Так. Потом Старбукс. Потом я. Потом Лунакс, а потом Ридл. Ничего, я ротаю. Найс, парни, молодцы. Лучшие ручки. Ну, прием ноги, мы все вместе, друзья. Идем выполнять наказание. Ну что ж, ребята, депиляция начинается. Мы проиграли матч, поэтому депилировать ноги будут все. И первый у нас Сережа, потому что он сделал меньше всех киллов, потом я и... Ладно, давай, Сереж, я не знаю, это страшно. Я не знаю, это страшно. Ты готов? Так. Давай. Это парни, это жопа. Давай, раз. Два. Я здесь уже обосрался. Это неприятно, но это терпимо. Я просто... Может, я просто в шоке? Я не чувствую боли. Ладно, следующий Самир без... Я надеюсь, тебе очень больно будет. Ногу чуть вытяни ко мне. Это неприятно, но это... Тихо! Готов, Самир? Раз, два, три. Давай, Некит, готов? Да. Чего ты ожидаешь от этого? Нет, я в принципе... Можешь мне за волос таких, типа... Ты думаешь, ты выживешь, брат? Все, let's go, делаем! Все, Никита! Давай, брат. Надо мной тоже, ну ладно. Самир, ты дал? У меня больно, клянусь было. Готов, Никит? Давай, раз, два, три. Ты дал? У него не урвало, ничего не порвалось. Больно, но терпимо. Кого будете на физре? Как мы на физре? Его будем на Занефоров считать будут. Следующий ролик, ребят. Кто проигрывает, выполняет наказание. Стригемся на лысо или красим волосы розовым. Дима, давай, край. Не вообще. Сейчас ты останешься без волос. Раз. Два. Ну и не делай, делай. Раз. Мать, делай. Два. Бам! Ничего не оторвалось! Да ты плохой, это мастер симуляции! Не, если 500 рублей дам, всю сделаешь. Все платно. Все и платно. Ладно, все. Ой. А у него такие же волосы, как у меня, больно будет, ну практически. Это жесть, все, ребят. GG, well played. Хорошая катка. Блин! Почему мне уже больно? Я не знаю. Успокойся. Больно? Все! Говорю, это больно! Это горячо, это горячо, щипит. Давай, раз, два. Ёма, что это за прямоугольник, блин? Параллелепипед, я сейчас как Турсис разговариваю. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал. Мне тоже. Надеюсь, вам понравился ролик, ребята. А на сколько тысяч? На сколько тысяч лайков? Так, ребят, давай. Стрижемся. Вообще фотография. Я на лысо готов. Меня выглядит как вообще мразь. Я выгляну. Ребята, ждите новых видосов. С вами Влад. Тише, правильно. С вами Джентльмен Сенс. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. И всем пока, ребята. Пока. Пока всем. Это конец ролика. Переход в рот.